А мы продолжаем наш выпуск. Картха Курмит Жасха Мундет. Под таким названием прошла благотворительная акция для ветеранов нефтяной отрасли. Организаторами выступил Совет молодых специалистов акционерного общества «Мангистау Мунайгаз». В преддверии Дня независимости молодые нефтяники навестили ветеранов, поздравили с праздником и вручили подарки. Более подробно в материале моих коллег. По доброй традиции молодые специалисты самые первые поздравляют Камху Умбеталину. Ее, безусловно, можно назвать живой легендой, за плечами которой десятки боевых вылетов, множество орденов и медалей за победу в Великой Отечественной войне. Еще больше наград за трудовые подвиги. В послевоенные годы прославленная женщина посвятила себя работе в нефтяной отрасли. Молодые специалисты привезли легендарной личности целую корзину необходимых продуктов и витаминов. Но, конечно же, самое главное – это внимание и простая человеческая поддержка. Таисия Богородская также много лет посвятила себя служению Родине, работе в нефтяной и газовой отрасли. И сегодня ветеран принимает поздравления и подарки от подрастающего поколения. Она признается, что для нее подобное внимание со стороны молодых специалистов – это приятный сюрприз. Для ребят же это еще одна возможность пообщаться с работниками отрасли, героями труда, кавалерами орденов, теми, кто отдал большую часть жизни развитию нефтяной отрасли. Несмотря на разницу в возрасте, эти встречи наполнены радостью и теплом, которые так необходимы любому человеку. Пришла молодежь, пришли сотрудники. Всех, которые сюда пришли, я их поздравляю с Днем независимости. Также я поздравляю коллектив, в котором я проработала. В этот день молодые специалисты акционерного общества «Мангистау Мунайгаз» поздравили многих ветеранов и старожил нефтяной отрасли. И каждая встреча была особенной и искренней. «Мангистау Мунайгаз»ның басшылығына, Бақыт Алтайұлына көп-көп рахмет айтам. Во всех обращениях к ветеранам красной нитью проходило чувство огромной благодарности потомков за мир и покой, за славные фронтовые и трудовые подвиги. Как бы светлая память о том, что мы чтим их труд. И это как бы благодарность не забывает. И не только им приятно, и нам хорошо. Это хороший пример для других компаний, может быть, для другого поколения после нашего. Помимо продуктовых наборов, ребята обеспечили ветеранов необходимыми лекарствами. Молодые специалисты признаются, что видеть радость в глазах пожилых людей, лицезреть их счастливые улыбки – это и есть главный стимул достойно продолжать традиции, заложенные легендарными ветеранами Мангистау. Салтанат Бердибек, Саламат Каипов, Айна Ахпарат.